За неделю на дорогах города зафиксировали 9 аварий, одна с пострадавшими. Напомним, на выезде из Междуреченска столкнулись две легковушки. Hyundai Tuscany совершил обгон и выехал на встречку. В результате лобовое столкновение с Солярисом. В происшествии пострадали 3 человека. За неделю автоинспекторы составили свыше 100 протоколов. Выявили 6 нетрезвых водителей. К ответственности привлекли 5 мотоциклистов. Еще 18 водителей не предоставили преимущества пешеходу на переходе. 10 человек перевозили детей без кресел. С 18 июня в Кузбассе стартовала акция «Внимание, юный пассажир». Особое внимание правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров.